Привет-привет, дорогие друзья! Я наконец-то вам буду делать влог, но не сегодня, потому что у нас сейчас 1:40. Нет. 1:20? Не может быть. Ночи. Неважно, не знаю, сколько времени, потому что вчера у нас перевели час на летний час, и так как лето за окном, я сегодня пошла и прошлась 5 километров из моего дома до дома моей любви. В общем, так, это я. Сейчас буду делать растяжки. Шучу, сейчас иду купаться, потом иду спать. Завтра утром пойду на море. И потом я пойду гулять, я и мой друг. Пойдем гулять. И все, это будет грустный день, потому что ночью мой друг улетает в Альпийские горы. Так что на неделю целую, так что мне будет очень грустно, но все будет хорошо. Я снимаю и снимаю. Но я даже не думала посмотреть, если есть фокус или нет. В общем, я пошла спать. Кто-то не заправил сегодня кровать. Я не знаю, кто это был, но это не я. Добренького утра всем моим любимым зайчикам. Я говорю с вами так, потому что тут вверху есть свет. Я хочу, чтобы вы меня хорошо видели. Я только что проснулась, и, ну, не только что, где-то час назад, но я еще валяюсь в кровати, потому что я должна была идти на море, но iPhone показал что-то ужасное на улице. Но когда Барель пошел на работу, он сказал мне, что есть очень сильное солнце, и может еще будет теплее через часик. Так что я сейчас пойду встану, покушаю что-то маленькое, потому что вчера я ничего не ела вечером, и я еще прошла 6 километров, так что думаю, что я лучше поем перед тем, как моя спина и живот будут жить вместе и счастливо. Мой город, моя любовь, это один из пляжей, называется Геула. И это самый тель-авивский пляж такой, самый домашний, там самый простой пляж такой, самый уютный, беспонтажный. А все другие пляжи, они тоже очень красивые, но просто, чтобы нас сейчас не задавили, просто тут только тель-авивцы, а в других пляжах туристы. И всякие люди, которые не знают этот пляж. У нас в других пляжах есть дети, бегают, брызгают на тебя песком. А еще у нас есть пляж для собак. Тоже я люблю его пляж. Этот пляж, я там была, жила недавно. Да недавно. Вот эта игра называется Маткот, если вы видите или слышите. Это израильская игра, ее играют на пляжах всегда. В следующий раз, когда я буду вам говорить маткот, знаете, о чем я говорю. Час утра, дня, все только идут на море, а мне уже надо уходить. Я тоже говорила, что у меня такая anxiety от времени. Я всегда чувствую, что мне куда-то мчаться надо, что время от меня уходит, уплывает куда-то. Все такие в slow motion в своей жизни, а я на 300 километров в час. Я чувствую, это солнце меня жарит. Я это так люблю, я так соскучилась. Это мой первый раз на море в этом 2014 году. Все уже давно ходят на море, у меня не было времени. И сейчас у меня есть время, потому что мой любимый дружок улетает. Я тоже говорила 100 раз сегодня, и поэтому мы идем вместе проводить время. Это или солнце, или он. Я выбрала он. Моя любовь. Я и мой Барельчук идем кушать. Наконец-то. Ты говоришь, что там стоял, что это уже пути. I'm very sorry that I'm leaving Eden. I want to stay here, but this week went faster than a bullet. Пришли сюда, это тут.
Вы не представляете, как вкусная эта вещь, это называется говорика с хайме. Хайме — это такая марокканская рыба. И тогда моя порция тортеллини с гаудой, которой 5 лет, не знаю как это, и אתה לא רוצה להגיד משהו? אתה לא יודעת לי? לחיים יום שבת היום לחיים שלי, תגיד להם 23, 29 and tomorrow I'm flying to France and I'm missing very much תגיד להם שאני אהבה שלך ואתה תמות שבוע בלעדיי אני אהבה עדן ואני מיסר אני תיק אמור לדעי Закончили кушать. Теперь, если вы знаете, но вы, наверное, не знаете, потому что вы еще не совершеннолетний, то надо пить Джей Джей Стив, чтобы... Ой-ой-ой-ой-ой. Туда, туда, туда. Вау! Мазе! Да, я смотрю. Я Ей! Это у нас королевский вкусный, это называется Дотор Клан, как ресторан. Превосходно. И это называется Baby Pule, Мальки Пуле. У меня новый десерт для вас, называется Тото Флан Барел. И это готовят так. Ложка Тото Флан. Вкуснятина. Было очень-очень-очень вкусно. Эх, а я? Fucking amazing. So good. Сейчас мы идем по разным местам. Все. Скоро наш день заканчивается. Toto is muy bueno. Muy bueno. Когда вы приходите в Израиль, идете кушать в Toto. Находится улица Беркович, 5. Бица? Это не бица, это гамбургер. ביצה קטנה. איך אומרים ביצה, ביצה באנגלית? איך? אני יודעת איך אומרים, ברוסית. בלוטה. איך אומרים? איך? באנגלית. תגיד לי. סוואב. חיים שלי. איזה פרח, איזה יופי. תמונה יפה לאינסטגרם. יאללה, סטאס, ברלם טיפרון פשול נרבות. אתה פשוט יבוא רסטרנט איתם, פשוט מאוד תעבוד איתם סטולקה ורמיני. היא... נהיית אושן בולנה. каждую минуту, что он дает этому ресторану, это как будто бы он вытащил эту минуту из моего сердца. Но я сейчас иду к моей лучшей подружке, называется Агар, зовут ее. Агар, вы ее знаете, может быть, или вы нет. Я знаю, что один раз я выкладывала это видео, но не знаю, если он еще там валяется в интернете или нет. Я не знаю, что вам сказать сегодня. Весна или лето, по-нашему это лето. Мы не говорим, ой, наконец-то весна, мы не говорим так, мы говорим наконец-то лето, потому что у нас или зима, или лето. Но сейчас я просто самый счастливый человек на свете, хоть я вам говорила утром, что я грустная, я правда была грустная, но вообще-то в целом я самый счастливый человек на свете. Я... Вы не знаете, сколько любви есть в моей жизни. Люди идут на улицу, видят меня с камерой и улыбаются мне. Что лучше этого, что человек тебе просто так улыбается? Потому что видит, что ты непонятно, что делаешь. Вообще, мне тяжело это. Эта камера тяжелая! 600D Canon. Очень тяжелая. Что я вам хочу сказать, что я самый счастливый человек, потому что вы не понимаете, сколько любви есть в моей жизни, в моем теле и сердце. Любовь к моему любимому Тель-Авиву. Я могу просто тут идти годами, годами, часами. Вчера я прошла 6 километров, но это было ничто. Я могу тут 17 километров ходить каждый день, и я все равно, мне все равно не надоест.
я иду с музыкой в ушах, когда я иду, ну, в ботинках, как это называется, в спортивных кроссовках. Музыка самая любимая, и я вижу самые любимые мои места, и каждое место в Тель-Авиве говорит мне что-то. Потому что я тут живу уже 5 лет, хоть это немного, но это много вообще-то, может для некоторых это много. Мне 25 лет, но вообще-то для меня это чувствуется как будто целая жизнь. Я думаю, что я тут живу целую жизнь. И в каждом месте я жила тут в несколько разных местах, и каждое место мне делает что-то другое в сердце, напоминает мне что-то другое. И я просто иду тут по улице, даже когда я одна, сейчас я иду одна, и вы видите, что я улыбаюсь, потому что я влюблена в Тель-Авив. Все, что мне еще сказать? И лето, солнце, хорошая пища, вкусное вино хорошее. Что еще надо в жизни, скажите мне? Теперь я нахожусь на улице, называется Эвен Гвироль, или Ибен Гвироль. И тут есть несколько улиц, таких главных, Эвен Гвироль или Ибен Гвироль, Лизенгоф, вы знаете, я вам говорила, ну, неважно, знаете или не знаете, или вы новые, или вы не новые, или вы не следите за мной, или следите за мной, но Лизенгоф, он первый мэр Тель-Авива, 100 лет назад, так что знаете это. И есть улица, и это идет, это очень-очень-очень легко знать Тель-Авив, очень, поверьте мне, я знаю Тель-Авив как 10 моих пальцев. То есть, если вы приезжаете в Тель-Авив, говорите мне сразу же, я вам сразу расскажу, как идти и куда идти, где кушать, где плавать, где сидеть, где загорать, что пить и что покупать, шопиться, потому что я все знаю, поверьте мне. Окей, друзья, мы находимся в улице, которая называется Ждерот Нордо. Сейчас я не знаю, что переводится Ждерот на русский, но я думаю, что это аллея. Может быть, бульвар. О, замечательного или специального в этом Ждероте. Ждерот Нордо. Есть такие вот много Ждерот. Есть Ждерот Нордо, Ждерот Бен-Гурион, Ждерот Рошель, Ждерот Хен, Ждерот Бен-Цион. Есть много таких. Можно перейти на красном? Нет, дети не делают это дома. В общем, что тут специального, что тут я жила 2 года последних, перед тем, как я переехала жить возле университета в самом северном Тель-Авиве. И я очень любила тут жить, это 5 минут от моря, там сзади есть море. Это северный район такой, спокойный такой, богатенький немного. И я его очень-очень любила, и я до сих пор его люблю. Тут очень классно жить. Сейчас вам покажу, где я жила. Давайте бежим. Смотрите. Вот. Это мой парикмахер. Конечно же, сегодня его нет, потому что сегодня шаббат. Но это мой парикмахер уже много лет. Его зовут Арель. И тут я жила. И тут недалеко живет моя подруга. Самое лучшее. И один раз я потеряла свои ключи. Вы знаете, что я работала бармен очень много лет. И в 5 часов утра я вернулась домой. Я потеряла ключи. Что вы думаете, что вы бы могли сделать в такое время? Но моя самая лучшая подруга живет на первом этаже. Не на первом этаже, а это такой дом, у которого только один этаж. Так что я пошла, постучалась ей в окно, и она мне открыла, и мы пошли спать. А утром я нашла ключ. Вот такое у меня счастье в жизни. Мазаль называется. Вы знаете, что на идише есть слово, называется шлеймазаль. Это не я. Тут живет моя агарушка, любимая. Ой, и это мой маленький улей, как я его люблю. Ули, катанчили! Ули, катан! Во! Хамучели, катан! Гарушка! Хаимшели! Абашели! Все, наконец-то мы уже отдыхаем. Я пришла домой и получила подарочки. Ее мама была в Бразилии и принесла мне подарочки. Какое красивое сердечко. И вот это вот
И еще она принесла мне купальник. Вот он тут. Упал, да? Да. Неважно. Не знаю, куда я его поставила. Но это очень прелесть. Обожаю это. А, זה בווידאו? ברור. לא, נו, עדן, תראי איך אני נראית, נו, בחיית אלוהים. יאה, אחר כך את שמה את זה ביוטיוב ואני הופכת להיות כוכבת רשת איזה מכוערת אחת. תיחו. גלצ'וק, תגיד, תגיד כולם להתחבר ל... לערוץ של עדן קוצ'י. כולם להתחבר לערוץ של עדן קוצ'י. באמת מעולף, לא, לא האמנתי. Привет всем, тут я и мой маленький Уленька. Ули. Я опять у Ули дома, потому что вчера я забыла тут камеру и поехала обратно к Барель. И я хотела вчера вам редактировать, но камера была 4 километра от моего дома, так что сегодня перед уроком я сказала, что приду, заберу ее. И сейчас я уже иду на уроки. Ну, не на уроки, сначала домой. Переодеться, все такое, а потом иду на уроки, и все, потом буду учиться на контрольную, которая у меня есть в следующее воскресенье. Вот и все. Я хорошо спала, как вы. И Уленька хочет сказать вам пока. Бай-бай. Ули. Уи. Все, до свидания, спасибо, что смотрели мой канал. Пока. Целую.